Вот, уважаемые коллеги, это колесо, самый первый прототип. Опыт колосов когда провели в первом приближении. Вот, сняли все характеристики, сейчас их обработали, определили опять-таки номинальное напряжение его при 50 Гц. Ну, все совпадает с расчетами. И то, что на модели получили. Мы тогда закладывали там 16 вольт, 16 вольт и получили. Значит, сейчас собрали. Вот это колесо, которое только что вы давно снимали, видно, подключено. И сейчас начнем гонять его. Тоже посмотрим опыт холостого хода в первом приближении. Сейчас на прибор. Включаем. Подаем напряжение. Снимаем точку. Снимаем напряжение. Так, закрутились. Сколько вольт? Сережа, можно убрать с нулевой? Сережа, первая позиция, маркер можно перенести? А то потом напряжение... Да, ни хрена не видно. Вот, 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 да. А тут что второе удалось? Она тут дублируется внизу, да? В принципе, да, 20 ампер один, а падает пошел. При 2 вольтах уходит сопрокидывание. Вот. При 50 Гц синхронная частота вращения этого мотор колеса 375 оборотов. Жень, покажи, пожалуйста. Это самое первое колесо, которое в Германии побывало, имеется в виду ротор. Статор тут переделал, Сережа переделал. А ротор этот вот уже древний, как кол мамонта уже, исторический. Вот видно, как он вращается. Тихо, бесшумно. Поэтому живой. Вижу. Все тяготы. Уже напряжение Вадим поднимает. Точку опрокидывания прошли. 3 вольта 18 ампер, 4 вольта 19 ампер. Так, идем дальше. 4,2, 4,3, 4,4, 21 ампер, 4,5, 4,6, 4,7, 22 ампера, 4,9, 5, 24 ампера. 5,1, 5,3, 5,5, 5,6, 5,8, 6, 29 ампер, 30 ампер, 6,5, 36,8, 34 ампера, 7, 34 ампера. Семь и три, 36 ампер, 7,4, 37 ампер, 7,5, 37. Поднимаем. А? Да поднимай, поднимай, еще до 40 нам надо поднять. Потому что мощь сейчас потерь 85 ватт, Валик. 90. Потерь-то нет практически. 44 ампера. 44 ампера. 45 ампер. 46. Еще чуть. 9 вольт, чтобы было. О, еще чуть-чуть. Чуть добавь. До 9 вольт доберем. Все добавили. Вот, все. 47 ампер, 9 вольт, 108 ватт. Ну вот, в принципе, данные есть сняты. Сбрасываем. Вот можно обрабатывать результаты очередного опыта, первого приближения. Дальше мы сделаем выводы для прямого ввода уже непосредственно мера напряжения прямо на зажимах двигателя. Но это будут уже следующие этапы. И они будут уже... Мы будем их проводить после того, как дополнительные еще приборы придут, некоторые вспомогательные. Ну, тогда уже будем полностью делать. Сейчас самое главное – кабели, связи, соединения, все это сделать, выполнить, подогнать. Вот. Ну, а по ходу пьесы, по ходу работы мы показываем, что у нас получается. А там уже будет окончательно, точнее. Ну, предварительные, так уже неплохие результаты. Все, спасибо, до новых встреч.